Любителей прошлого соединяет движение «Том Сойер Фест», в рамках которого добровольцы занимаются восстановлением исторических зданий. В этом году всероссийский проект открыл свой первый сезон в Твери. Желающие сделать свой город лучше уже приступили к работе. Они ремонтируют фасад жилого дома по улице Старо-Воробьевская, 7. С участниками фестиваля пообщалась и наш корреспондент Наталья Чекет. В центре города множество старинных улочек, которые хранят историю. Так, этому деревянному дому около 130 лет. Его выбрали по нескольким критериям. Он не относится к памятникам архитектуры и не принадлежит государству. Его не планируют немедленно снести. А жильцы заинтересованы в проведении работ. Реставрация проводится силами волонтеров и на средства спонсоров. В этом сезоне планирую завершить работы примерно к середине октября. Из-за пандемии немножечко сроки у нас сдвинулись, и поэтому в этом сезоне мы планируем очистить фасад от старой краски и загрунтовать, подготовить дерево к зимнему сезону, а также восстановить некоторые элементы декора здания. Участники фестиваля планируют восстановить резную деревянную дверь, которая когда-то представляла собой парадный вход, а также заменить все элементы декора. Завершающим этапом восстановления станет нанесение новой краски. Цвет вообще убирается, исходя из цветов, которые были характерны застройке в определенной местности, в данном случае в Центральной России. И вообще цвета будут согласовываться с администрацией города. Будет разрабатываться колористический паспорт, колористическое решение будем согласовывать. Будет выбрано несколько цветов, которые были характерны как раз для такой застройки в определенное время, так как дом 19 века, и, соответственно, определенное цветовое решение было тогда присуще именно вот этим зданиям. Владелица дома Ольга Воронина рассказывает, что в этом доме проживало несколько поколений ее семьи. Первой была ее бабушка, которой дом подарил будущий муж. Где-то в 28-м году. В этом же году родилась у нее дочка. Потом погиб у нее муж. И она вот всю жизнь растила свою дочку, мою мать. Вот, в 47-м году я тут родилась. По словам волонтера «Том Сойер Феста» Виктории Скрипниченко, участие в ремонте дома – это интересное занятие и помогает сохранить историю города. Конечно, «Том Сойер Фест» не перекрасит все дома в Твери, но это показывает другим людям, что можно ответственно относиться к окружающей среде, к тому, что вокруг нас, что можно бескорыстно делать что-то лучше. Принимают участие в восстановлении дома и совсем юные жители Твери. Арина Ершова еще учится в 11 классе. Как рассказывает девушка, одним из поводов присоединиться к фестивалю стала возможность улучшить свой город. Никогда не пробовала шкурить дома, вообще никогда не пробовала что-то восстанавливать, именно фасад дома. Вот. А так, ну, знаете, это не так сложно, как кажется, но это очень долго, и иногда кажется, что твоя работа бессмысленна. На самом деле, это вот маленький кусочек, который поможет такому общему делу. Результат восстановления дома волонтеры и жители областной столицы смогут увидеть уже в следующем году, когда все работы будут завершены. А фестиваль в дальнейшем планируется продолжить. Добровольцы хотят заняться и другими домами в Твери. И как отмечают организаторы, их главная цель – это не только восстановление домов, но и продемонстрировать обществу возможности, которые дает историческая среда современным городам. А их могут дать не только сами здания, но и люди, причастные к этой среде и живущие в ней.